Показатели результативности не соответствуют проводимой работе. Ну в чем? Вот про которую вы говорите. Я уже вам говорю. Ну вот в чем конкретно? Я не поняла. Я вам говорю, вы не понимаете, каким образом ваша работа влияет на изменение количества источников, как это называется тут, про террористических, экстремистского характера. Каким образом? Ну, насколько будет выявлено, настолько меньше люди будут и ознакомлены с этими источниками. Вы как этим показателем управляете? Вы конкретно, работая в рамках этой, вот этого бюджета? Я понимаю про протоколы. Там, значит, понятно, ходят дружинники, они выписывают протоколы, на их дружинников выделяются деньги. Это понятно, это их эффективность работы, это эффективность этих денег. Вот здесь какие деньги работают? Здесь работают деньги на изготовление рекламной продукции по здоровому образу жизни, антитеррористического направленности и размещение вот СМИ, которые вот выставили под сомнение 16.6 на сайтах, соответствующей информации.